Всем доброе утро. Доброе утро. Вероника сегодня идет в садик. У Вероники было домашнее задание сделать фонарик. Да. Вот. Пописать цифры. И пописать цифры. Где тетрадка с цифрами? В садике потеряем. Ставила? Потеряла. Вот ты, школьница, будущее. Потеряла тетрадку. Сейчас приди поищи ее. Вероника, расскажи, что это ты несешь? Фонарик несешь? А почему фонарик несешь? Потому что скоро у нас будет праздник! Праздник? А как называется праздник? Праздник середины осени. Да, и что мы делаем на этот праздник? Лепим пирожное, только не пирожное мы лепим, а лепим как мункейки. Лунные пряники. Да, шанхай. О, тут прям плачут все. Где зарядка? Где зарядка? Зарядка уже кончилась. Где зарядка? Здоровайся, Ника. Каждое утро осмотр детей. Ну, осматривают просто кожные покровы, то есть они смотрят руку, ну, температуру измеряют смотрят. Температуру. Вот, и карточку зеленую выдают, если ребенок здоров. Полость рта еще смотрят. Руки показывают. Да, зеленую карточку покажи. Вот, выдают такую карточку, что ребенок здоров. Там ставишь, да, и в группе, да? У меня третий этаж. Третий этаж, да. Третий этаж. Как по-китайски третий этаж? Не знаю. О. Как же не знаешь-то? Все ты знаешь. Здесь у нас Полина училась. Я училась. Зубы-то свои не показывай. Прекрасно. Все какие-то горшки какие-то. О, Лиля-Лика. Иди ставь рюкзак. Слушай, а что они все переодеты? Это после зарядки? После зарядки. Прогульщица. Ну все, пока. Давай. Что опять? Ритуал какой-то, прощание. Что там? Здесь тетрадь. Не забудьте. Помнишь, ты там забыл, но что-то там не было. Да, я вернулась. Я шла. Потом вспомнила, вернулась. Ника, все ты. Вот твоя тетрадь. Школьница, давай, все. Не забудьте. Ладно. Пока. Да, я пошел, мне надо уже идти. Все, пока, дочь, поцелуй маму. Прощания такие долгие у нас постоянно. Все, давай, нам идти надо. Не забудьте. Ладно, все, не забудем. Пока. Давай, давай, пока. Да, уроки поделай здесь. Знаем, знаем. Уроки поделай здесь, ладно? Хорошо? Попиши цифры. Иди цифры сейчас сядь попиши. Ну. Сейчас помашем. И будем работать. Вон она машет. Машет? Да. Где она? А, у нее уже там другое окно. Дислокация. Третья, поменялась. Да. Ну давай, пока. Все. Всем привет. Сегодня я иду встречать свою младшую доченьку из садика. Вот я вышел из подъезда. И вот сразу же садик. Рядом живем с садиком.
Обычно мама встречает Вероничку с садика. А так получилось, что мама занята. И иду я за дочкой. Ну, пройдемся по садику, посмотрим садик. Покажу, что там, как там. Вот. Ребенка спросим, может быть, она что-нибудь покажет. В китайском детском садике детей забирают с 16:30 до 17:30. Вот. Нихао. Первый раз иду ребенка забирать в этом году с садиком и не знаю, где она находится. О, вот она. Здорово! Поздоровайся с друзьями. Привет. Ну-ка, расскажи, что там у тебя. Что это? Это ты писала, да? А, это продолжи, да? Это что такое? Скажи, что это такое. Один. А как по-китайски? А? И где твоя группа? Покажи. Это какая цифра? R. R, молодец. Покажи свою группу, пойдем покажешь. Где учительница твоя? А, вон она, учительница твоя. Где ты спишь? Где ты спишь? А? Домашнее задание нам показывают. Ага, и, ага, и. Угу, окей. Ну, я тут думал, ты мне садик покажешь. Будешь садик показывать? Да, а книжку всегда вот так вот, страничку вот так. Ага, окей. Вот. Где спишь, где воду пьешь, покажи. Где... Это вот здесь вода, да, ты пьешь? Оттуда кружечку берешь. Это твои минзы, да? Ага. Берешь, наливаешь, да? Вода горячая, да? Вода теплая. Теплая, да? Что еще? Давай я подержу. Держи вот так вот, держи. Вот так вот, за эту штучку держи. Да. Здесь я сплю. Вот тут я сижу. Вот тут я сижу. Я вот тут сплю, вот наша кровать. Это дети. На, папа. Где спишь, покажи. Я показала. Туалет покажи. Просто зайди туда, засними, скажи, здесь я руки мою, здесь я висываю. А тут туалет. Вот вот эти туалеты. Да? Да. Так, скажи, как учителей зовут твоих? Скажи. Не, вот туда говори. Ага. Ее зовут Чжоушана. Громче? Как? Еще раз. Ее зовут Чжоуши. Дялауши, да? Чжоуши. Ага. Ну я не могу так произнести. Ну и кто еще вторая?
помощницу, как ее зовут? Маленькая, которая вон та, в желтой. Ее зовут Тилауши. Как? Тилауши. Учительница. Да, Лауши это учительница. Молодец, правильно. Ну давай еще что-нибудь расскажешь, может быть, еще. А? Кушали что-нибудь сегодня? Сейчас кушали яблоко. Это как зовут ее? Как зовут ее? А кого знаешь ты? С кем дружишь, покажи. С кем дружишь? Вот с ней, да, дружишь, да? Как ее, Бензи? Улитка. А? Улитка. Ой, громче говори сюда на камеру. Улитка. А? Улитка. Это кто? Она? Да. Это девочка, которая, да, вот это сидит, да? Ой, я даже произнести не смогу такое имя. А мальчика как зовут? Знаешь? Не знаешь, да? Ну, в общем, дружишь, да, с ней? Да? С девочкой. Дружишь, да? Да. Так, вставай. Давай. Мафоло. Обними ее. Во, во, все. Все, пойдем. Можно сфоткаться. Но, ну, я видео сделал. Она же не знает, что мы видео. Ага, все, все. Ну, давай, одевай свой шубан. Рюкзак. Шумно здесь. Так. Пойдем. Пойдем, пойдем, покажешь площадку. Здорово. Здесь у вас, смотрю, зеленый уголок, да, там что-то садите, да? Да. Ну ладно. Это Тилауши. Ага, выступала, да, где-то? Да, выступала. Я не знаю, где Тилауши. И где моя Аня. Ага. Ты расскажи, кормят тебе. Тебе здесь нравится, как тебе здесь кормят, а? Да, фонарики, это скоро праздник, да, какой-то, да? Да, какой-то, наверное. Какой-то праздник, да. А вот там, пойдем покажешь площадку. Ай, это моя уже Ай поменялась, другая пришла. Новая? Да. А кто такая Ай? Скажи, ребята не знают. Ай, это нянечка. Ты можешь погромче говорить в следующий раз, ладно? А то тихо говоришь, там не слышно будет. Вот наша горка. Горка. Частенько? А вот на этой частенько вы гуляете? Да. Ползаешь, да? Да. Нравится, да? Смотри, какое дерево красивое. Я могу показать, как я ползаю по этой горке, могу показать. Ну я давай, ну давай, покажи. Рюкзак-то надо снять, наверное. Нет? Не мешает? А ты прямо вот так с Мишкой бегаешь постоянно? Да, постоянно. Ой, Мишка бедный, серый уже будет скоро. Ну давай, показывай. Так вот лазишь, да? Да. А обычно у меня вот где-то нога застревает. Застревает нога? Ну ясно. Спала сегодня? Точно? Ура, вылезла. Давай, лазь. Ку-ку. О! Как ты говоришь? Не шоу Минзы. Не шоу Минзы. Вероника. Шоу. Шоу. Динамика. Здорово. Не могут они выговорить Вероникино имя. Как-то Велолика говорят. А пойдем. Обезьянки, пойдемте. Так, флаг поднимаете, нет? Каждое утро? Каждое утро, вот уже мы один раз подняли. Подняли, да, вон он. Да. Здорово. Пели песню. Вот такой садик со стороны. Внизу младшие группы
вверху постарше и так далее. На четвертом этаже столовая, бухгалтерия. Ага, говори. Ага. Руки здесь, да, моете, да? Ника, руки здесь моете, да? А мусор пойдем покажешь, как ты выбрасываешь. Расскажи, где какая урна, для чего? Вас уже учили уже, да? Что? Да не надо заглядывать в урну, не надо, не обязательно. Дочь. Вода там. А? Вода там. Вода? Показывай. Вода. Вода. Пойдем фонарики посмотрим. Это дети своими руками делали, да? А вот некоторые покупные, видно. А вот некоторые сами делали. Да. Ага. Это, наверное... Ага. Где? Котик, я не знаю. Это, может быть, с какого-нибудь китайского мультика. Я даже не знаю. Но... О, смотри, какой красивый, да? С палочек сделан. Смотри. Да, самолетик. Да, китайский самолетик. А вот мальчик. Кудрявый мальчик. Да. А. Ну не надо только ручкой трогать, а то сломаешь. Порвешь, а не надо, сломаешь. Ну погнали, пойдем. А ты когда будешь фонарик делать? Тебе не говорили? Мама мне сказала учительница, что мама мне сделала один фонарик. Пойдем. Ясно. Ну все, говори до свидания и пойдем. Охране говори до свидания. Бай-бай. Бай-бай. Ну все, забрали Вероничку из садика. Веронички настроение хорошее. Спала, наверное, сегодня, да? Да. Сегодня целый день была в садике, молодец. Да? Да. Вот. Ну давай еще что-нибудь расскажи друзьям. Что понравилось? Вот такая дорога, мы идем домой. Вот. Да, это мы так обычно домой ходим. Дом рядом, да, дочь? Да. Вот. Вот. Надо будет как-нибудь с тобой заснять, слышишь? Папа, я хочу вот сюда. О, лед, смотри, лежит. Лед лежит, смотри. Это, подожди, пообещай друзьям, а? Скажи, будет видео, как я иду в садик. Будет видео, как, да? Как я иду в садик. Сделаешь? Да. Как мы идем в садик, утреннюю зарядку покажешь, да, ребятам? Да. У вас вообще крутая утренняя зарядка. Все воспитательницы выходят, да? Да. Так что ладно, ну давай будем прощаться с друзьями. Подписывайтесь, давай, на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Всем пока-пока.